С 15 по 22 октября на территории Славянского района проводится оперативно-профилактическая операция «Доза». Цель операции – предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие тяжких и особо тяжких составов преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе связанных с их незаконным сбытом, выявление и изъятие наркотиков и наркосодержащих растений из незаконного оборота. Если вам что-либо известно о том, где выращивают, продают психотропные вещества или содержат наркопритон, сообщите об этих фактах по телефонам доверия 210-7202, работает круглосуточно. 4-29-90 или по телефону антинаркотической комиссии Славянского района 4-25-80. По вашему звонку будет проведена проверка. Анонимность гарантируется.